все ладно. И как сейчас проводит вот эти минуты в игре Виталий Денис. Подача в штрафную. Может быть, момент опасный. Долетает в итоге мяч до Эльмира Набиуллина. Еще один заброс. Удар! 3-1! Еще один мяч забивает Рубин. И это Денияр Билялетдинов. Действительно забавно сегодня. Первый матч Рубина без тренера Билялетдинова. И первый гол забивает его сын за Рубин в этом сезоне. Ну вот, смотрите, здесь игроков обороняющихся больше. Но все забывают о Билялетдинове, да, который вот так вот аккуратненько сделал пару шагов и оказался за спиной Ведрана Чорлоки. Но ведь чувствовалось, что происходит какое-то сумасшествие. Кстати говоря, вот в эти минуты произошла замена. Так, я даже попросил коллег показать сейчас Денисова и Черевченко, но не успели, к сожалению, не пожали друг другу руки. Ушел с поля Денисов и ушел достойно. Пожал руку тренеру, еще раз сделаю на этом акцент. Вместо него вышел Логашов. Ну и вместо Мирончука появился Шкуритич. Но все это происходит уже при счете 3-1.